Сегодня Автопанорама решила разобраться, что такое современная антикоррозийная обработка. И поэтому мы въезжаем в авторизованный центр Краун. Большинство привычных методов антикоррозийной обработки берут начало в 30-х годах прошлого века. Но в мире существуют гораздо более современные технологии. Одну из них использует специализированный центр Краун. Авто поднимается на подъемнике для мойки днища под высоким давлением. Очистке подвергаются колесные арки, подвеска и все труднодоступные места. Основная часть влаги с помощью сжатого воздуха удаляется. При осмотре автомобиля эксперты оценивают состояние и места, которым необходимо тщательное внимание. Поскольку антикоррозийный ингибитор Краун является водоотталкивающим средством, его наносят на влажную поверхность. В сервисном центре используют насадки различной длины и формы для обработки всех труднодоступных мест. Снимать пластиковую защиту при этом нет никакой необходимости. Обработке подвергаются полости кузова, подвеска, тормозные шланги. Ингибитор защищает от воды сталь, медь, сплавы алюминия, пластик и резину. Поэтому им покрывают все элементы днища, которые могут пострадать от влаги и реагентов. А после детальной обработки вся нижняя часть автомобиля покрывается еще раз. Это позволяет защитить места, не покрытые заводским антикором. Состав отлично растекается и самостоятельно покрывает те части, которые не могут быть обработаны напрямую. Автомобиль обработан, он не боится влаги, готов к эксплуатации. Ну а сам материал, у нас есть такой же в баллоне, он ложится ровным слоем и практически не стекает с него, то есть отлично прилипает к автомобилю. Он помыт, так что можно ехать. Кроме того, он практически не имеет и запаха, что очень важно для каждого водителя. Такой же обработке подвергаются нижние части всех дверей, пороги и механизмы закрывания. Эти части страдают от механического воздействия и часто становятся очагами развития коррозии. Ингибитор проникает под ржавчину и сильнее всего соединяется именно с металлом. Таким образом, он изолирует очаг коррозии и предотвращает ее дальнейшее распространение. Такое же воздействие состав оказывает и в подкапотном пространстве. Кроме того, он является сильным диэлектриком, что позволяет его использовать для защиты электрических жгутов и контактов. При необходимости специальной фрезой сверлятся технологические отверстия. Они нужны, чтобы проникнуть в скрытые полости. Через зазоры и заводские проемы с помощью длинных насадок ингибитор распыляется внутрь кузовных панелей. После обработки устанавливается специальная заглушка. Обработанное отверстие запечатывается и не позволяет влаге затекать внутрь. Весь процесс занимает около 2 часов, после чего на автомобиле сразу можно ехать. Достаточно позвонить в специализированный центр антикоррозийной обработки «Краун» и записаться на ближайшее свободное время.